Всем здравствуйте. Хочу показать, какая проблема у меня на балконе с пластиковыми окнами. Вот смотрите, я не знаю, у кого так тоже. Что делаете, как спасаетесь? Посмотрите, вот оно все замерзло у меня. Все вообще. Вообще, вот это все лед. Вообще, конденсат, видите? Вот это вот дырка на улицу. Здесь шуба. Здесь я не знаю, сколько сантиметров льда. Сейчас я вам покажу. Вот полностью у меня 6-метровая лоджия, она полностью у меня пластиком заделана. Вот смотрите, какие сталактиты выросли. Это вообще, это что? Это откуда? Непонятно, там вроде не капало. Вот это все слой льда. Тут снег, тут лед, и это все будет до весны. Потом балкон у меня, наверное, начнет плакать капитально. Вот видите, что творится? Видите, там все... Все лето, оно не двигается. Что мне делать, как мне быть? У кого такая же проблема? Кто с этим сталкивался? Как? Как решить этот вопрос? Вообще не понимаю. Мы думали, думали, ничего у нас не получается, мы не знаем. Вот видите, полностью 6 метров льда. Представляете, это все весной начнет рушиться, падать и капать на пол. А пол у меня деревянный. Вот видите, он уже здесь от бывших хозяев. Это, краска вся облетела. Здесь у меня на балконе еще подвал под картошку. И представьте, эта вся вода будет фигарить в подвал. Вот, подсоветуйте, пожалуйста. Вот видите, все сверху. Здесь прямо ручьи бегут весной. Мы, конечно, здесь живем только со 2 марта. Но бывшая хозяйка продавала, нам ничего не сказала. Вот видите, какая здесь, все гниет. Он обшитый деревом, и он, видать, весь потом плачет. Вот видите, вот. Что нам делать, как нам быть и как с этим бороться. Кто по пластиковым окнам, пожалуйста, дайте совет. Вот такая вот